Забудьте о шоколаде. Есть один продукт, который улучшает настроение и снижает аппетит лучше любого сладкого. Этот продукт способствует улучшению работы мозга, сердца, печени и кожи. Но самое главное, он содержит аминокислоту триптофан, которая участвует в синтезе серотонина, гормона счастья и удовольствия. Если вам не все равно на свое здоровье, советую вам подписаться на мой телеграм-канал, в котором я собрал полезную информацию из сферы медицины для вашего здоровья и молодости. Чтобы попасть в канал, нажмите на мой аватар, затем по ссылке в профиле и подать заявку. Серотонин поднимает настроение, снимает стресс, улучшает сон и снижает аппетит. И этот продукт – это орехи. Вот как правильно употреблять орехи. Выбирайте натуральные орехи без соли, сахара и других добавок. Не переедайте орехи. Достаточно съедать 30-50 грамм в день или примерно горсть. Сочетайте орехи с другими продуктами, такими как фрукты, йогурт, салаты или сыр, чтобы получить разнообразный и сбалансированный рацион. Ваше настроение и фигура скажут вам спасибо, если вы будете есть орехи каждый день. Это лучше, чем шоколад.